mörker en öl butelli. Importerad ifrån Danmark blommar, flammar röden ros. Stolt och tålmodig och värdig min historiska roman har jag satt mig ner att skriva. Что для вас означает давнее знакомство с певицей Кристиной Андерсон? Ну, я вам должен сказать, что Кристина Андерсон уже для меня не певица и не подруга, а родственница. Да. Так что мне даже трудно говорить, характеризовать ее. Как сестра. Да. То есть это на, как бы на всю жизнь? Да, конечно. Конечно. И то, что через нее, значит, ваши песни стали известны в Швеции, тоже что-то означает? Ну, еще бы, конечно, конечно. Она такой популяризатор, активный и прекрасный. Но если даже она этим не занималась, я бы все равно к ней относился так же. Да. Вот у меня, например, есть такой друг, композитор Исаак Шварц. Он прекрасный композитор, и он много писал музыки на мои стихи. Я очень люблю эту музыку и все это. Но если бы он не был композитором, я бы его все равно любил, потому что он человек. А как первая любовь, она сердце жжет, а вторая любовь, она к первой льнет, а как третья любовь, ключ зажить в замке. Жить в замке, чемодан в руки. А как первая война, да ничья вина. А вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя вина, моя вина. Она всем вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем вина. А как первый обман, та на заре в туман. А второй обман закачался пьян. А как третий обман, он ночи черной, он войны страшной. А как третий обман, он ночи черной, он ночи черной.